Итак, вот опять Path of Exile. Короче, был у меня персонаж 71-го, что ли, 72-го уровня, но он очень слабый оказался. Вот, я перестал им играть. Теперь вот тотемщика, жреца делаю. Ну, тут плюс еще сотворение скелетов есть. Вот. Сейчас покажу. Да, вот Малахай, это обычный мир Малахай. У меня 40-41 уровень. Сейчас посмотрим, смогу ли я без единой смерти. Убить-то я его убью, но вот смогу ли без единой смерти это сделать. 951 урона у меня с одного тотема. 3 снаряда выпускает. Есть у меня обжигающие узы еще. Голем есть. Правда, тут без скелетов есть сейчас. Черт, лагает, сука. Да, тут, конечно, ничего особенного нет, это всего лишь обычный мир, но все же. Вот так можно еще обжигающие узы поставить. Так, Вера. Вера. Ну, пока что получше всех остальных персонажей, да, получше дикаря. Еще охотница, я до этого играл. Получше охотница тоже бьет. Так. Убей меня, говорит Вера. Вот тут эта херня, да, она не ваншотит на самом деле. Вот, по крайней мере, в обычном мире. Вот эта штука ваншотить не будет. Так, последнее слово сейчас Вера скажет Пайте. Отлично. Ну, черт, у меня голема убили. Голем у меня пока не жирный. Так. Да, тотемы у меня так нормально. Плюс у меня тотемы по 3 снаряда выпускают сразу. Чё, ёптвою мать. Надо теперь эти деревца уничтожать. С органами, или как они там на... Ой, блядь. О, нормально. У меня склянка ускоряющая. Нормально, задоджил. Конечно, тотемы это имба на самом деле, да? То есть, наверное, самый мощный билд, потому что для него не нужно айтемов никаких, по сути. Там уников, да, или чего-то такого. Тупо тотемы взял и все. Наиболее такой самый простой. Знать бы еще, когда сезон заканчивается этот. Интересно, успею я до конца сезона докачаться хотя бы до 75-го. Так, пока голем мой живет. Так. О, черт. Ну, не убьют меня, конечно, эти штуки не убьют. Не того сейчас тотем убьют. А, постой, а, все, все правильно. Так, последнее дерево осталось. Его это. Надо будет скоро, кстати, проходить лабиринт. У меня уже 41 уровень. Скоро пойду. Вот, убили моего голема. Просто не очень удобно его призывать, он долго призывается. Кошмар поистине вечен, ну да. Черт, еще эти ловушки ставят. Почему ты так цепляешься за смерть? До этого у меня, короче, только одна смерть на этом персонаже. Но и то я просто отвлекся, отошел. То есть меня, по сути, не убили. Просто я на базу забыл отлететь, да, и отошел от компьютера. И меня в это время убили. Вот. Отлично. Вот, даже верховного босса Малахая
Удалось убить Изи. Конец кошмару, нормально. Ну, как я говорил, я уже Малахая убивал, у меня 72 уровня там или 71 персонаж есть. Ну, пока что вот этот билд самый сильный. Сейчас я вкратце покажу свой стэш. Ну вот у меня призма камнереза только одна. Кстати, надо постой, надо тотем. Пылающий тотем улучшить. Будет чуть побольше дамага. Вот так, вот такой у меня уник, у меня ремень уник. Много хп добавляет. И уник жезл. Ну вот, у меня щит еще уник есть, но я не уверен, что его носить буду, потому что мне щит нужен, чтобы урон от чар давал, вот как сейчас. Вот. Ну вот, раз, два, три. Ну вот, уники тут есть тоже на низкий уровень. Шлемы тут вот, кстати, шлем неплохой. ХЗ, может, навряд ли, хотя я его одену. Кольца тут есть. Дубинка, нож, но это такое мне... По сути, не нужно. Я все-таки со щитом с одним бегаю, да? Ну, камней до хера, сущностей до хера. Правда, они редко когда нужны. Да-да-да. А, карты у меня гадальные. Вот, видите, вот у меня карты гадальные. Ну, мапы есть уже. Эти... Жертва, вот жертвы эти, чтобы на... как ее? На Азире пойти. Ну, на Азире я пока, очевидно, еще не ходил никогда. Так. Так, сейчас она нам портал откроет. Отлично, жесткий мир. Что ж, вот как-то так. Легко, потому что до этого просто прошлыми персонажами мне было тяжело убивать Малахая, потому что он, ну, реально для меня сложный был даже в обычном мире. А тут получается... Да-да-да, весьма легко. Я играю без лут-фильтров. Потому что, ну, не знаю, не вижу особого смысла в лут-фильтрах. На самом деле. Да, вот это достаточно интересная игра. В основном я в нее сейчас и играю. Пока ничего такого нового не вышло. Вот, качаю... Вот сначала я качал щит... Да, щит, ХП. Теперь я качаю вот урон от стихий. Ну, тотем я прокачал, урон от стихий. Вот еще у меня урон от тотемов. Голем у меня еще дамажит, скелеты. Но у меня, видите, 32 за... А, 48 даже зарядов надо, чтобы вызвать этих скелетов. Потому не знаю даже. Ну, пока юзаю вот это сотворение скелетов. Оно у меня как раз сотворение скелета вал, то есть усиленное. Блять. Да-да-да. Не помню, что они... А, вот, награду мне должны дать. Вот теперь, когда я в новый мир перешел, да, в жесткий, мне теперь надо думать, конечно, о том, чтобы сопротивление стихиям было. У меня, в принципе, 54, 67, 63 неплохое. Ну и плюс блок атак есть. Брони вот не особо много. Надо будет плюс еще выживаемость. У меня 1500 в общей сложности здоровье плюс щит. То есть надо будет... ну, вот ХП у меня есть, то есть качать. Вот максимум ХП тоже.
То есть посмотрим. Плюс мне еще тотемы надо усиливать, да? Вот тут урон тоже. Вот урон от тотемов 20%. Вот увеличение урона от тотемов. Тоже вот. Вот сюда тоже идти вот к этим тотемам. Ну посмотрим. Да. Да, только вот много очков надо, чтобы до туда дойти. Ну да ладно. Да ладно. Ну вот как-то так, короче, я думаю, для одного ролика хватит. Может еще засниму, как я на жестоком мире, если я не знаю, успею дойти до конца сезона. Может покажу еще как на жестоком мире убиваю.